На Киевской трассе у выезда из Одессы столкнулись внедорожник Great Wall и мотоцикл. Водитель последнего, несмотря на полную экипировку, погиб, а сам байк сгорел дотла. По предварительной информации, мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль сзади. Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля, с которым было совершено ДТП, находятся в нормальном состоянии, они не пострадали.